несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Это изнаночная сторона этого узора, это лицевая сторона. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 4 петли. Для примера мы наберем 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Если у нас раппорт узора кратный 4, значит, мы набираем количество петель, необходимое для нашего объема, кратное 4. Для примера мы сейчас набираем 19 воздушных петель. Держим петельку, набираем одну воздушную петлю и провязываем ряд столбиками без накида. В каждую петлю 19 петель мы должны провязать. Столбик без накида, это у нас мы вводим крючок в петлю, забираем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязали все одной петлей. Это и есть столбик без накида. Узор легкий. Крутилась каждую петельку. Заходим прям в середину петли и провязываем столбиками без накида. Таким образом. Провязала я ряд столбиками без накида. Это у нас первый ряд. Для начала второго ряда нам надо набрать 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. В предыдущем ряду у нас их видно, столбики без накида. Вот нам сейчас надо провязать 2 столбика с накидом, столбик предыдущего ряда. 1, 2. Это и есть начало первого ряда. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика внизу. Заходим в третий и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И чередуем 2 воздушные, пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и провязываем 2 столбика с накидом. Таким образом. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу или 2 столбика, заходим в третий и провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные, пропускаем 2 столбика в конце ряда и провязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. Таким образом мы провязали второй ряд нашего образца. Начало третьего ряда 1 воздушная петля, и до конца ряда мы провязываем столбиками без накида в каждую петлю. Провязали 2 столбика, столбик предыдущего ряда, а здесь у нас арочка. Мы заходим под арочку
и провязываем в нее 2 столбика без накида. Далее у нас 2 столбика с накидом в предыдущем ряду. Мы заходим в каждый столбик и провязываем 2 столбика без накида. Далее у нас арочка. Мы в одну точку провязываем 2 столбика без накида. Далее 2 столбика без накида, столбик-столбик предыдущего ряда. В арочку 2 столбика без накида. Далее в столбик, столбик-столбик. Далее в арочку 2 столбика без накида. И в конце ряда столбик-столбик мы провязываем столбики без накида. И в третью петлю подъема мы провязываем еще один столбик без накида. Обязательно провязываем в петлю в конце ряда, чтобы у нас был ровный край. Мы с вами провязали третий ряд. Начало четвертого ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И так как у нас здесь рисунок не шахматный, мы вяжем столбик в столбик предыдущего ряда. Нам сейчас надо провязать 2 столбика с накидом, столбик в столбик предыдущего ряда. Запутаться здесь невозможно. Мы провязали 2 столбика с накидом, столбик в столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика или 2 петли предыдущего ряда. Находим 2 столбика в предыдущем ряду и в каждый столбик провязываем столбик с накидом. 1, 2. Далее у нас 2 воздушные петли. Пропускаем арочку из 2 столбиков, где у нас без накида были в предыдущем ряду. Находим столбики с накидом. И провязываем 2 столбика с накидом, столбик-столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Находим следующие 2 столбика с накидом и провязываем 2 столбика с накидом, столбик-столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли. И в конце ряда мы провязываем 2 столбика с накидом, столбик-столбик, а третий столбик мы провязываем столбик без накида предыдущего ряда. Мы с вами провязали четвертый ряд. Начало пятого, 1 воздушная, переворачиваем работу и вяжем как второй, третий ряд. Столбик в столбик мы провязываем 2 столбика без накида. Таким образом, заходим под воздушную цепочку из 2 воздушных петель, провязываем 2 столбика без накида. Далее мы провязываем столбик столбик, 2 столбика без накида, в арочку 2 столбика без накида, столбик столбик без накида, в арочку 2 столбика без накида, столбик столбик, в арочку. И в конце ряда у нас получается 2 столбика без накида, столбик столбик, а третий столбик без накида мы вяжем в третью петлю подъема. Ровный край с этой стороны и с этой стороны. Вот и есть раппорт этого узора. Быстро и легко. Если взять большой крючок и толстую пряжу, вы очень быстро свяжете себе понравившуюся модель. Начало следующего ряда у нас. Мы чередуем 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем столбик с накидом, столбик с накидом. 2 воздушные, следующие 2 столбика мы заходим и провязываем 2
столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда, а третий столбик, столбик без накида, для ровного края. Начало следующего ряда 1 воздушная, обвязываем ряд столбиками без накида. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях.